«Синий трактор» представляет! Вот это да! Ничего себе! Какие они крутые! Большие какие! Привет, ребята! А вы любите машинки? Тогда давайте я расскажу вам, как называются разные строительные машины и какую работу они выполняют. Первая машинка, про которую я расскажу, это самосвал. Он привозит на стройку песок, гравий и другие материалы. Высыпает их из своего большого кузова вот так. А как вы думаете, ребята, как песок попадает в кузов к самосвалу? Ха-ха, сейчас я вам все расскажу. Для этого нам нужен экскаватор. Смотрите, какой большой ковш у него спереди. Им он может погрузить все, что угодно. После того, как песок привезли на стройку, его нужно разровнять. С этой работой прекрасно справится бульдозер. У него тоже ковш спереди, но только побольше, чем у экскаватора. Вот видите, как легко бульдозер справляется с этой работой. А что это за великан там стоит? А, я знаю, это подъемный кран. Он нужен для того, чтобы поднимать грузы на большую высоту. Смотрите, для него это пара пустяков. После того, как работа окончена, машинкам нужно ехать домой. И тогда за ними приезжает автовоз. Это такая большая машина, которая возит другие машины. Пока, машинки! Скоро увидимся снова!